Нижегородцы смогут получить архивные справки, подтверждающие трудовой стаж, место и дату рождения своих предков. В случае утраты или повреждения оригинальных документов, нижегородские архивы создают надежную информационную базу особо ценных документов, так называемый страховой фонд. Глава региона потребовал от органов власти и предприятий своевременно сдавать документы для пополнения архивных фондов, а от архивистов обеспечивать их сохранность. Процесс создания страхового фонда включает в себя съемку на съемочных аппаратах и дальнейшую проявку, как уже говорил. То есть вот такая микрофиша, срок ее хранения до 500 лет. То есть это один из самых лучших способов хранения, сохранения информации с бумажных носителей. Если случится пожар, какое-нибудь наводнение и будет оригинал утерян, то на микрофише будет полностью сохранена информация для будущих поколений. Предложение активизировать работу по созданию страхового фонда особо ценных уникальных архивных документов прозвучало от архивистов на заседании областного правительства в январе этого года. В нашей области проведение такой работы особенно актуально. У нас очень большой архивный фонд, соответственно, много особо ценных документов. А уникальных общероссийского значения у нас на сегодняшний день 31 единица хранения. Это больше, чем всего Приволжья вместе взятого. Губернатор, внимательно изучив технологию, ознакомившись с этой работой, непосредственно увидев микрофиши, попросил дать подробные финансовые расчеты и поддержал нашу инициативу. Архивный фонд Нижегородской области сегодня составляет более 7 миллионов дел. Это больше, чем архивные фонды нескольких регионов России вместе взятых. Первое, что надо сделать, это сдать все документы, которые по закону должны храниться. А второе, обеспечить их сохранность. И мы будем иметь возможность через какое-то время представить на обозрение, если кому-то это понадобится, и наши документы. Таким образом, посетители архивов, интересующиеся историей своей малой родины, получают реальную возможность в любое время изучить старинные документы.